носить право. Предпринял меры, чтобы вывести из заноса, ничего не получилось. И боком скатился сюда. Все. Ну что здесь еще нужно? Не было подсыпки, был сильный лед. Вот и все дела. А вот у вас стаж большой водительский? 35 лет. А вот скажите, пожалуйста, у вас были такие случаи? Первый раз. Да, да, у меня есть, только машину неохота идти. Первый раз, и вот на четверо суток прилип здесь. Ну вот для таких ситуаций вот гаишники приготовили, сделали 20 комплектов коробок. Человек вот попадает, сразу приехали, выдали, уже на первое время есть. Люди помогают, люди вообще. Здесь я удивился, я первый раз в такой ситуации. Анатолий живет в Глубокой. Первый день он мне привез супу горячего. Вечером поехал куда-то привозить термос чаю. Поехал в Слюдянку, привез мне газу баллончик. И он, видите, сколько я жжу газу? То есть привез газу баллончик. Он на второй день привез еще что-то. Поехал, второй раз газу привез. Но я вот таким людям, остальные, кто проезжает, все ночью останавливаются. Простые люди спрашивают, какая помощь нужна. Ну, простой человек, чем меня в такой ситуации может понять? Да, дают воду, там хлеб, печенье, сигареты предлагают, но я не курю. Ну, как-то вот так. Люди вообще молодцы. Со Слюдянки, с Улан-Удэ, с Байкальска, с Иркутска. С Иркутска молодые парни, 5 человек. В интернете, кто я не знаю, снял в интернете и выставил, да? Они увидели эту ситуацию. Собрались пятером, собрали деньги, купили покушать и привезли мне. Специально. Красавцы. Я благодарен таким людям. Сегодня девушка, то же самое, увидела по телевизору и утром привозит мне 4 сваренных горячих позы. Ну это приятно очень.